Тема музыкального домашнего задания «Влюбленные часов не наблюдают». При подготовке к нему мы прослушали абсолютно все песни о любви. Любовь, любовь, а любовь, а любовь. Как вы поняли, мы не совсем рационально использовали время на подготовку. Не будем повторять тех же ошибок и сразу начнем. Также, прослушав много песен, мы заметили, что в них исполнители задают очень много вопросов, на которые пока что нет ответов. Мы придумали уникальное приложение, которое ответит на любые музыкальные вопросы. Давайте его проверим. Ну что же, первая песня. Ну почему, почему, почему светофор зеленый? Потому что до этого он был желтый. Принцип понятен, продолжим. How much is the fish? Семга 164 рубля, карась 40 рублей за килограмм. Еще? Путана, путана, путана. Ночная бабочка, ну кто же виноват? ЕГЭ. Дальше. Ну где же ручки? В канцелярском магазине. Следующее. Почему так жесток снег? Это Россия, детка. Дальше. Ей 30, она не замужем. Еще? Как теперь не веселиться? Посмотрите РБК. И последнее. А не спеть ли мне песню? А, любови! Спой, это в тему игры. Она там не видна.